Здравствуйте, граждане всего мира. Это особенное сообщение для всего человечества. Слишком долго мы жили в страхе. Страхе перед жадностью, страхе перед коррупцией, страхе неудачи. Страхе, что все, что мы знаем, неправильно. Мы больше не будем жить в страхе. Это закончится здесь и сейчас. Мы с вами, братья и сестры человечества. Пришло время нам объединиться. Мы должны создать новое начало мира и любви. Мы должны быть тем добром, которое хотим видеть в мире. Человечество еще молодо и впервые за все время. В человеческой истории у нас есть реальный шанс сохранить в мире правду как вид. Интернет нас объединяет больше, чем когда-либо. Пришло время нам использовать этот подарок для объединения всех нас. Время подняться и заявить, что мы не будем участвовать в системе, основанной на страхе, коррупции и войне. Давайте посмотрим в будущую перспективу. Только Соединенные Штаты потратили триллионы долларов на войны, унесшие жизни 264 с лишним миллионов людей на протяжении всей истории человечества. Многие из них были гражданскими лицами. Человеческий прогресс был остановлен бессмысленными войнами в то время, как мы боремся между собой на Земле. Мимо нас проходит целая Вселенная. В нашей галактике насчитывается около 160 миллиардов планет, многие из которых потенциально могут быть источником жизни, основанной на углероде. Как мы знаем, звезды выходят за пределы сверхновых солнечных систем, уничтожаются, даже говорят, галактики сталкиваются. Пока мы спорим и сражаемся за небольшие и бессмысленные проблемы, мы должны быть счастливы, что у нас есть планета, чтобы жить на ней, не борясь за то, кто будет владеть ею. По правде, ни один человек или даже целый вид не владеет ею, потому что на самом деле вся жизнь владеет этой планетой. Однажды в скором времени человечество отправится к звездам, к неизведанному. Мы скажем в один голос, как один вид, мы люди Земли. Едины как один, объявляем с этого дня, что никакая сила, насколько бы велика или мала она ни была, никогда не разделит дух человечества. Объединившись в нашем деле для мирного знания и прогресса, мы идем в неизвестность, как братья и сестры, как вид, больше не разделенный войной, коррупцией и страхом. Выбор за вами, быть анонимами. Вы будущее Земли. Вы можете либо продолжать строить стены и разделять человечество, либо вы можете попробовать что-то новое. Вы можете дать миру шанс. Вы можете помочь обеспечить прекрасный мир знаний и прогресса для всех поколений. Вы анонимны. Вы являетесь частью человечества. Вы все еще прощаете. Вы никогда не должны забывать, что пришло время помогать. И однажды с вашей помощью невинный никогда не будет страдать, а Земля никогда не умрет. И в этот день мы будем по-настоящему свободны, едины как один и неделимы на ноль.